Ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья стала одной из тем совещания с руководящим составом правительства и главами округов, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Министр здравоохранения Светлана Стригункова сообщила, в праздничные дни продолжится вакцинация, кроме 1 и 7 января. Прием будет осуществляться по записи. Как сообщила министр, пройти вакцинацию от коронавируса теперь смогут и жители Подмосковья старше 60 лет. Суммарно в регионе работают 94 пункта вакцинации, из них 3 на территории Одинцовского округа.